dentist. Thank you.
tegelikult ainult aga kohe... Aga ennem seda oli üks, kuna lõpuni oli teist. 2,6 oli to muidu kõige kõrgem. Mm-hmm.
57. Ну вот, вернулись мы с Диностенда. И давайте я вам расскажу по порядку, как и что у нас происходило. Напомню, поехали мы своим ходом туда и обратно. По пути заехал за настройщиком и чуть попытались посмотреть смесь, что да как у нас. Приехали на стенд, сняли колеса, так как он ступичный, и приступили к первым прогонам. Всего было 10 прогонов, из них боевых, наверное, было где-то 6 или 7. Лучшие результаты было 4 прогона из них. Наверное, тогда скажу 3 последних. Это было 500, все были последние 3 прогона по 500 плюс киловатт. 505, 507 и 511. По-моему, было так, да. Это 686 лошадей с колес. Так как это ступичный стенд, мощность замерял с колес. И 748 момента было. То есть на моторе момента где-то 800. И лошадей по загрузке форсунок посчитали с настройщиком вместе и с владельцем стенда. На моторе 750 лошадей. Напомню, что вся мощность снята с оригинальных поршней. Это оригинальные поршни 058 первой генерации 1.8 турбо. Выпускные клапана точно так же оригинальные. По давлению, давление турбины 2.8 бара. Топливо этанол чистый. Злое зажигание. По-другому такие цифры с этого маленького мотора, с такой маленькой кубатуры вытащить просто будет невозможно. Топливный насос 1 в баке АМ-400. Кто-то, наверное, спросит, какие дальше планы или кому-то интересно это. Отвечу так, что по мощности сейчас добавлять уже ничего не будем. Мощности более чем. Я даже думал, будет чуть-чуть поменьше. Будем реализовывать 0.100. Будем снимать в одном из следующих видео коробку и будем реализовывать 0.100, то есть чтобы у нас было 0.100 намного лучше, потому что у нас проблема именно с этим, со стартом, с зацепом, 100-200 проблем в принципе нету. В следующей серии мы будем мерить 100-200, в прошлом году мы проехали 6.09. Так как в этом году нормально не померили их, будем мерить сейчас. Потому что уже середина октября, времени остается мало, погоды, потому что все хуже и хуже. Постараемся обязательно это сделать, все вам подснять. Напомню, в прошлом году ехали 6.09, сейчас у нас цель пробить эти 6 секунд. Так как много было изменено чего, и по мощности мы немножко подросли. Так что теперь можем смело заявить, что машина не 600+, а 700+. Итак, тогда будем завершать сегодняшнюю серию. Все прошло благополучно. И увидимся в следующей серии на 100-200. Всем пока!